Губернатор Олег Кожемяков встретился с бойцами 155-й отдельной гвардейской бригады ТОВ, отряда «Тигр», ремонтного батальона «Арсеньевский» и 5-й армии. Глава региона привез очередную партию спецоборудования для тех, кто встал на защиту Родины. Олег Кожемяков отметил, что прибывшие мобилизованные проходят подготовку уже под руководством боевых командиров. Приморцы показывают настоящую сплоченность и высокий боевой настрой. Работаем. Здесь посетили наших ребят. Это 155-я бригада морской пехоты. Также побывали в нашем Арсеньевском батальоне ремонтно-восстановительном, где пообщались с нашими земляками, посмотрели, чем можно еще помочь, каким инструментом. Ребята настроены нормально, побывали также среди мобилизованных в 5-й армии, передали 5-й армии, 155-й, батальону «Тигр». Сейчас едем туда, передали порядка 90 приборов ночного видения, передали более 100 радиостанций, 50 квадрокоптеров, распределили все это. Такую помощь мы будем оказывать ежемесячно. Она дает возможность, в общем-то, своевременно проводить разведку. Она дает возможность сберечь жизни наших ребят. Сделаем так, чтобы наши части были самые боеспособные.